Нам очень волнительно то, что происходит сейчас в Украине. Я думаю, это большой резонанс международный. Вот. И тут что можно сказать? Тут можно пожелать стойкости украинскому народу. И хочу сказать, что они сами должны решать свою судьбу, судьбу своей страны. Вот. Нужно проводить референдум. Нужно знать и понимать, что хочет народ. Вот. Если произошла такая ситуация, что полстраны, да, хочет присоединения к Западу, выбрать для себя путь европейской интеграции, то, пожалуйста, опять же, через референдум решайте эти вопросы. Вот. Если Крым и жители Крыма не видят себя в составе целостного государства Украины, то дайте право народу выбирать свою судьбу. Все.